СПЧ настаивает на разработке плана по контролю экологической ситуации в Сибае. О предварительных выводах мониторинга телеканалу РБК «Уфа» сообщил эксперт постоянной комиссии по экологии Совета при президенте России по правам человека Григорий Куксин. Он отметил, что рабочая группа оценивала экологическую ситуацию как в городе, так и вокруг карьера. В самом Сибае экологами не зафиксирована концентрация вредных веществ в воздухе. При этом в карьере остались очаги, которые недоступны для подавления с помощью силевых потоков и подъема воды. Сейчас эксперты в поисках новых методов и технологий, которые помогут полностью локализовать проблему. Обязательно надо планировать дальнейшие этапы подтопления, их надо контролировать. Обязательно надо контролировать состояние воздуха. И здесь, на самом деле, огромные молодцы ваши активисты, которые вот эту общественную систему сделали. И при этом, ну, достаточно корректно и внимательно следят за тем, чтобы и датчики проверялись, и все это соотносилось с официальными данными. Поэтому здесь, ну, чем больше, на самом деле, приборов, тем лучше. Это вообще всегда, ну, понятнее, какие условия. То есть здесь не будет никаких разночтений. Как сообщили в мэрии Сибая, последние жалобы от жителей города поступали по горячей линии 2 и 7 июля. По этим обращениям выездная лаборатория осуществила замеры воздуха. Превышение допустимой концентрации вредных веществ она не обнаружила.